Попробуй себя, у тебя не стоит, не сидяй время.
Это не Мася подарит, он радует меня. Я что-то могу всем подарки раздавать. А что, он подарки принесет? Ну, детишки, хорошо вы себя вели в этом году? Да! А давайте мы
вам вашим спросим, они хорошо себя вели в этом году? Нет, не хорошо вели. Кто-то без подарка останется в этом году наверняка. Да, нам мало верится, что такие дети себя плохо могли вести. Хорошо себя вели? Да! Ну все, такая елка у нас красивая. Ну, что ей не хватает, дети? Только наша елка спит, огоньками не горит. Раз, два, три. Тихо. Раз, два, три. Елочка горит. Ну и загорелась наша елочка. Ну немного, но загорелась. А ну вот, давайте похлопаем, детки. Какие молодцы. В лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Крысишка, зайка, серенький, под елочкой скакал. Порою волк, сердитый волк, рысцою пробегал. Порою волк, сердитый волк, рысцою пробегал. Чуть снег по лесу частому, под пологом скрипит. Лошадка махноногая, торопится, бежит. Лошадка махноногая, торопится, бежит. Везет лошадка дровинки, а в дровнях мужичок. Срубил он нашу елочку под самый корешок. Срубил он нашу елочку.